Всем привет, ребят! Давненько мы не снимали наш рабочий аквариум. Здесь уже много изменений произошло за все это время. Здесь у нас осталось всего лишь 4 рыбки. Ну, это он триданию и самец меченосца. Сомики крапчатые, которые тут жили, они у нас уехали в тепличку жить. Гупики тоже туда же в тепличку уехали. Ну, снежинка и желтая малинезия, кстати, тоже в тепличку уехали жить. В общем, переехали, так сказать, с однокомнатной квартиры в общагу. Большую-большую общагу, ребят. Зато он, кстати, здесь вот у себя обнаружил улиточек Хелен. В данный момент у нас... Вон она, видите, вон возле камешка. Вот. Катушки были здесь. Но катушек, к сожалению, уже поели. Не знаю еще откуда, ребят, но здесь еще плавает одна креветка. Я ее, честно говоря, давненько уже, так какой, ну, наверное, дня 2 или 3 уже точно не вижу ее. Может быть, меченосец ее, так сказать, съел, а может быть и нет, может где-то прячется. Вот. Ребята, вот, которые работают со мной, говорят, что вроде видели ее на днях, но... Не знаю, жива, не жива, бог с ней, как говорится. Я его немножко засадил растениями здесь. Он людвигию добавил. И, кстати, ребят, вот не знаю, мне вот дали растение, что вот этот лиственное такое. Подскажите, пожалуйста, в комментариях напишите, что это. Вот, поближе. Просто, ребят, реально я не знаю, что это такое. Он немножко покорежен, но это он более-менее начал выравниваться уже. Ну, ребят, и еще вот у меня такая проблемка возникла здесь. Я не знаю, кого сюда посадить. Кого бы вы посоветовали? Уже, честно говоря, то есть и думал Этернецию Гло посадить. Думал Барбусов, Искалярий думал. Ну, не знаю. Реально не знаю, ребят. Ну, жду ваших комментариев, соответственно, с советами, кого посюда подселить. Напомню, что этот аквариум у нас на 35 литров. Ну, ребят, вот такой коротенький ролик у нас получился по рабочему аквариуму. Подписываемся на наш канал, ставим пальчики кверху, подписываемся в группу ВКонтакте. Пока-пока!